Понедельник, день тяжелый. Вторник тоже напряженный. Долго длится, как всегда, день с названием среда. И в четверг все как обычно. Ни секунды жизни личной. Буду в пятницу опять. А в субботе я мечтать. От субботы в субботу песни льются до зари. А в субботу, а в субботу сердце и душа горит. А в субботу будем весело гулять. Для того, чтобы в субботу всю неделю спать. Суббота. Уважаемый коллега, хочу сказать вам, как медик медику, и довести до вашего сведения. Все болезни делятся на две категории. Хуйня и пиздец. Хуйня сама пройдет, а пиздец не лечится.